Ребята, как вам удалось после поражения победить во втором матче с таким разгромным счетом? Ну, у Крю не было капитана и еще пару игроков. Но у нас была злость, я думаю. Ну, хотелось дерби выиграть. И, собственно, вот и выиграли. Я, наверное, да, согласен, что у них не приехало много человек. Послезавтра у нас кубковая игра, и я думаю, что такого результата, как сегодня, точно не будет. А, Андрей, что у вас случилось с ногой? Вы на газоне лежали? Да, обычный игровой момент, просто колено в колено вошли. Ничего серьезного. А, на самом деле, да, у Крю не было капитана и еще одного игрока, но были другие, поэтому, мне кажется, это не совсем та причина, по которой проиграли. Как вы думаете, что еще не так было у команды? Ну, возможно, для них сказалось болезненно первое поражение, хотя мы тоже проиграли свою первую игру. У кого еще болезненно? Да, но, наверное, все-таки мы более заряженные были на эту игру и больше хотели победить, чем они. Но я повторюсь, послезавтра кубок, у них должны приехать все ведущие игроки, которых сегодня не было. И я, в принципе, уверен, что будет совершенно другая игра. Ну да, посмотрим. Матч с одной и той же командой через день, это, конечно, прикольно будет. Но я думаю, что да, у них состав будет. Главное, чтобы у нас тоже состав был такой же, как сегодня. И я думаю, мы покажем красивый футбол. А вы рады, что соперник будет именно Крюн-Рассень? Ну, с Лесгофтом всегда приятно играть. В этом году у нас много в премьер-лиге матчей, таких именно лесгофтовских дерби. У нас много ребят, которые учатся именно с Крю в одной группе, поэтому у нас, в принципе, игры такие дружеский характер носят. Даже поэтому... есть кто играл в Крю. Да, раньше. Человек праздновал, да, да. Поэтому мы рады, что появилась возможность сыграть с ними еще раз помимо чемпионата. Ну, главное, чтобы без травм, на самом деле, обошлось. Просто обе команды показали красивый футбол. А так, я думаю, даже если мы, конечно, не хотим этого, но даже если мы проиграем, мы... не сильно расстроиться, потому что в любом случае одна команда с Лесгофта пройдет дальше.